Северное многоборье обязательно входят прыжки через нарты. Нарты – это сани, которые используют для езды на оленях упряжках. Даже в наши дни, когда появилось множество снегоходов, нарты все так же используются оленеводами во время кочевий. На соревнованиях применяют не настоящие нарты, а макеты, которые изготавливают из деревянных брусков. Высота таких нарт 50 см, длина 120 см, а ширина 50 см сверху и до 70 см у основания. Для участников выставляют подряд 10 макетов нарт. Задача спортсмена – сделать как можно больше прыжков. Когда нарты заканчиваются, спортсмен разворачивается и прыгает в обратную сторону.